Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Гейм. У нас продолжение прохождения демки Expedition Zero, про советскую экспедицию в Сибири, в которой упал метеорит и сделал, короче, территорию непригодной для жизни. Да, еще мы, значит, здесь скрафтим себе плазму Куттер. Нам нужен для этого контрактор. Так, давай-ка теперь здесь скрафтим. Ага, контрактор. Можно это как-то удалить? У нас пока все крафтится. Очень интересно, что там в подвале такое. Так, контрактор. Вот он. Сейчас у нас тут докрафтится и попробуем разрезать дверь, вот, которая ведет куда-то в подвал, и посмотреть, что там. Ну и доиграть в демку, что ли. Ну, давай быстрее. Да, тут поискать, кстати, ящик какой-нибудь, куда можно сложить кое-какие инструменты. Раз это наша база временная. Сейчас посмотрим, что тут, да как. Да где ящик. И где, собственно, монстры. Да, ну контрактор у нас делается. Что у нас тут сейчас? Ага. Нам надо тут так. Фуд. Еды нет. Хаммер и Эйкс. И тул репейр кит какой-то у нас еще остался. Из инструментов. Еды нет, а все остальное. Надо бы просто куда-нибудь поскладывать, наверное. Чё это? Для исследования новых территорий нам нужно 80 очков. Это очки какие-то. Так, есть тут у нас чё-нибудь? Так, это у нас ремонт. Надо ремонтировать. Ага. Так, готово. Давай-ка сделаем. Так. Давай-ка сделаем плазму Куттер. Конструкт. Так, готово. Так, теперь надо посмотреть, куда можно скинуть все наши вещи. На нашей базе. Так, может, какой-то ящик. Ну-ка. Storage. Склад. Так. Смотри, как у нас тут много всего. Так. А внизу? А тут то же самое. Ладно. Давай-ка скинем, короче. Давай all item to storage и заберем только вот это. Так, молоток, wires, wood, плазма кутер, который мы только что сделали, заберем давай. Так.
Плазма кутер. Так, трансформер, скраб, пластик, вайрс. Что за вайрс такой? Ну. Тулс. Ал. Что за вайрс? Значит, не то. Значит, там вайрс выкинем. Так, стрейч. Жалко, что здесь нету разделения. Так, Хаммер AX нам нужен. Ну, где-то здесь. Пластик, металл. Дизель. А, вот. Типа молоток. Это топор, это молот. И... куда-то мы с тобой проебали, по-моему, монтировку. Дизель, вуд. Кен. Что за кен? Может, это кен? Ну-ка. Туз. Нет. Не кен. Ладно, значит, давай кен, короче, скинем сюда. И воспользуемся плазмокуттером. Let's just say she had nightmares about these doors. Типа, давай посмотрим, что за это двери. А, там у нас подвальчик есть. Давай-ка зарядим наш аккумулятор. В смысле? Он говорит, что за этой дверью типа есть что-то инфекция, как... Elevator to the underground, where we kept our first subjects. Ага, там даже лифт какой-то есть. А что здесь у нас еще есть? Что-нибудь включить можно? Хаммер машин парк. Non in inventory. Машин парк. Что это? Короче, нам нужны какие-то здесь еще элементы для того, чтобы включить лифт. Вот этот. Потому что без этого, без запуска вот этого вот генератора, лифт у нас не запустится. А, кроубар нужен. Кроубар. Мы с тобой, короче, проебали где-то кроубар. То есть эту монтировку. Ладно, это мы вскрыли. И там еще есть подвальчик какой-то. Давай туда сходим. Вот здесь есть где-то подвал. Давай его вскроем. Так, посмотрим, что здесь. Но тут тоже крафтовые элементы всякие. А? Что это? The family we relocated from here. All dead. На, типа, какая-то семья в этом доме жила, в котором мы сейчас... Чё это? Чё здесь? Чё, нету? Монтировка нужна. Её куда-то где-то проебали. Где-то мы с тобой проебали монтировку. Ладно, нужно отправляться снова в ту локацию, с которой мы прибыли. Вот. По-моему, эта локация здесь находится. Заодно там где-то тушенка еще валялась. Сможем здесь пройти? На ферму давай. Припею. Ага. Лерч. Чё-то шторм.
Холодно, что ли, будет сейчас? Travel. Бля, я не могу путешествовать, потому что... Короче, какой-то арктический шторм начинается. Может, надо спрятаться? Надо спрятаться срочно. Так, погнали отсюда. О, ё-моё. Ё-моё! Открывайся. Закрывайся. Да что за хуйка такая? Я лучше спрячусь. Тут какие-то монстры начинают бродить. Может, зря я свой тут объект закрыл. Хуй знает. Вроде никого нет. Короче, эти твари какие-то приходят в шторм. Так, я все уже позабирал из этой локации. А, все, да не все. Это металлический скраб. В смысле, у меня нет молота? Куда я все дел? Так, куда ты все дел, надо же. Блять, закройся! Это что, блять, за хуета такая была? А, это типа этот самый. Нихера себе. Короче, в шторм приходят вот эти монстры. Это мы же с тобой открыли. Это прошлое сохранение, короче, у нас. Но мы хоть и будем знать, что за монстры такие здесь. Мы вернулись, нет? Что у нас здесь такое? Так, и... Металл скраб. Так, давай. Пластик. Плазма-куттера у нас нету, да, теперь? Пластик-скраб. Плазма-хед есть. Так. Дизель. А, вот это мы заберем. Так. Вайрус заберем. Что за вайрус? X-Virus, ну-ка. А, хаммер не нужен.
А, вот плазма культа нашел. Тулс. Да нет. Вайерс это какая-то другая хуйня. Может, можно растопить еще что-то здесь? Можно печку растопить? Неизвестно. Ну, короче. Так, ну подвал мы вскрыли. То мы тоже вскрыли. Там до сих пор шторм. Вот нет никакого шторма. Так, здесь мы, по-моему, с тобой подвал тоже вскрыли. Ага. Ну, давай попытаемся... Хаммер плазма кутер. Погоди-ка, а мы можем сделать при помощи той штуки себе еще и монтировку? Сейчас узнаем. Так, workbench. Так, пластик компонент. Контрактор какой-то, плазма хед. Плазма кутер здесь только и тул репейр кит. Тут у нас ремонт. Нету набора для ремонта. Короче, нам надо где-то мы с тобой все-таки монтировочку скинули. Ладно, давай снова попробуем туда вернуться. Так, на ферму вот эту. Так. Возьмем это и вот это. А, можно на складе оставить. А, ну вообще-то нам это все нужно. А, я понял. Ну понятно, сейчас будет шторм. Да. Ясно, понятно. Короче, я предлагаю... Может, вниз? А можно от них как-то... О, тушенка. Заберем. Чё это? Можно спрятаться? Нельзя. Блядские ебучие монстры. В бочке не могу спрятаться, да? Бля, сколько будет этот шторм длиться-то? Давай, может, пойдем по-тихому.
Как эти монстры, блядь, выглядят вообще. И передвигаются. И можно ли их уничтожать? Что здесь? Ничего нету. Все, шторм ушел. Блять, кто-то идет. Сука, кто-то идет нахер. Блять, чё он, хули он сюда идет-то? Да тут нет ник. Ебануться. Сучара. Блять, даже негде спрятаться. Ну все, мне хана. Ну хоть посмотрим, что это. Давай здесь спрячемся. Можно от него убежать. Может, он ушел? Но, блядь, это такая игрушка. Какой-то... А, ушел. Какой-то сибирский чужой, короче. Да ну ёб твою мать, а. Сука, сюда идет. Блять, ну скрипт-то твой дебильный, правильно? Но
Но это смесь какого-то чужого, короче, сделали в сибирской глуши. Когда это все закончится здесь. Все. Можем мы перемещаться? Ага. Можно, короче, отсюда свалить. Значит, все, по идее, закончилось. Или нет? Кто там ходит-то? Собака, кто-то ходит. Не может пока отсюда съебнуть. Блин, ты заебал ходить, а? Ясно, понятно. Он один ходит здесь или нет? Вот интересно узнать. Одна тварь здесь ходит или их много? Да и накрафченные вещи неохота потерять. Блять, оно сюда идет. Ну-ка, дверь-то вот эта открывается, бункерная. Блять, закрыта снаружи. Фью. Когда все это здесь закончится? Твою мать, блять.
Да ну ё, когда закончится этот, блядь, шторм ебучий? Чё тут есть? Куда идти-то, блядь? И дверь это еще закрыта с той стороны. Ой, блядь. Сука, по скрипту ходит, да? Давай попробуем. Может быть, наверх выбраться. Там, по идее, можно спрятаться. Хуйня, прям здесь. А как он меня нашел-то, алло? Плазма куттер-то у меня здесь. Ну-ка. Плазма куттер. Дизель, так, металл. Хоть это какой-то смесь чужого. Плазмахед. Проебал, что ли, плазмокутер. Ладно, давай я в следующий раз посмотрю. Давай на этом закончим. Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. С тобой был Владимир, канал Гильдии Гейм. И игрушка такая становится чуть интереснее. Нихера себе, там какие-то монстры даже появились. В общем, всем пока.